Возле мусорки убитая собака с цепью. Это не ваша проблема. Кто-то убил и бросил возле мусорки. А вторая собака сидит ее и охраняет. Никого не подпускает, рычит и никуда не уходит уже трое суток. Мне позвонили, что на помойке третий день собака лежит мертвая, а возле нее другая собака. И я позвонила и отправила машину. Мальчика мы забрали, а девочка убитая. Мои хорошие. Да, мои золотые. Все убрали. Воды нет, грязи нет. Все отсыпали. Да, мои хорошие. Здесь, конечно, для людей мы еще ничего не делали. Проходов нет. Все грязно и очень тяжело ходить. Но главное, у животных все хорошо. Слышите? У них все хорошо. Сено в будках. Здесь все в порядке. Вольеры чистые. Такое болото было внутри. Теперь у детей все чисто. Но нам надо еще две машины гравия. Срочно надо еще две машины гравия. Мы отсыпали низину, но там дальше нам необходимо досыпать гравием остальные вольеры, чтобы собаки не сидели в грязи. Нам необходимо еще минимум две машины гравия. Осеныши из Тервунов. Они только-только начинают поправляться. Да, были грязнющие, вот скоро будем беленькие уже. Были вообще страшные и очень жутко воняли паленым. Они еще не стерилизованы у нас, не кастрированы. На них тоже необходимо нам будет собрать денег. Ребята, мы их спасли. Мы их спасли, вывезли. А вот что дальше, друзья? Ведь когда мы говорим, в усыпалку опять завезли собак, опять набросили там... Вот смотрите, какой медвежонок красивый. А его обрекли на смерть. И что, неужели мы сделали что-то плохое, что мы его спасли? И ведь он скоро найдет хороший дом, и кто-то будет очень радоваться, что он рядом с ним. А вот эта красавица, она вообще потрясающая девчонка. Просто удивительная. Друзья. Уже почти не осталось уже, друзья. Досок тоже почти уже не осталось. Сейчас докончим строить вольеры, потом будем убирать. Но эти кусочки тоже нам пригодятся. Просто мы спешим, убирать некогда. Друзья, нам очень нужна помощь. Ну, пожалуйста, нам очень нужна помощь. Вам же нравится смотреть наши видео. Вы же видите, что мы всю душу отдаем нашим ушастым. Вы же это видите, друзья. Они у нас хорошие, чистые, ухоженные. Ребят, прошу вас, помогите нам. Вольеры небольшие, но здесь сидят всего по две, по три собаки. Прошу вас, ребят, помогите нам. Гравием отсыпали все. Теперь чисто и не сыро. Нам помощь нужна. Помощь, чтобы спасти их. Мы же делаем все, вы же все это видите. Пристраиваем, обрабатываем, лечим. Ребята, нам всего лишь надо помочь построиться сейчас. И может быть, мы достучимся до какого-нибудь олигарха, и он возьмет нас под свое крыло. Может быть. Мы живем ведь только надеждой и вашей помощью. Ну, тяжело же это, понимаете? Ну, так тяжело смотреть им в глаза и понимать, что ты бессилен. Вы думаете, легко, друзья, вот так стоять посреди поля? Реветь и понимать, что нет сил достраивать это, нет возможности, и что так много надо сделать, а материалов нет.